вот это вот, это нюансы. Это, да, нюансы повседневно. Все, тут надо как бы особый ритуал провести. Скрутить руль, закрутить педали. То есть теперь и в клипах еще снимаешься. Да. Но зато это такие динамики, что знаешь, вот они если теплые, значит они работают. Ну что, всем доброе утро. Мы находимся на автодроме. Автодром Шушары. Здесь проходит у нас сегодня финал Кубка Севера. И мы сегодня приехали показать вам эти соревнования. Как вы поняли, Демакар магазина Loud Sound, тоже в Питере ребята находятся у нас. Был ребилд системы, раньше здесь была классическая стена с бортом за водителем. Сейчас ребята уже сделали что-то новенькое, интересное, здесь БП-6. Но на моей практике, я уже сколько помню, надо очень много мощин БП-6, чтобы он как-то более-менее хорошо играл. Но это достаточно ветреное и эффектное оформление, которое позволяет вот, народ веселиться на площадках, на примере вот таких соревнований. Пойду посмотрю, что там. Ну вот здесь видно как раз-таки сзади находятся порты. То есть первый порт за камерами, за сабвуферами, и второй порт у нас получается за сиденьями пассажирскими и водительскими. Ну, я думаю, что лучше будет играть, чем, по крайней мере, играла стена. Разворачивать. Да, пора, наверное. Все. Кстати, у Лёши в этом году небольшое обновление. Во-первых, визуально Андо сделал охуенно. Мы же не материмся. Сделал классный стиль теперь для тачки. Сейчас подснимем. Эта аэрография выглядит вообще достойно. Конечно, не золотой чемоданчик получился, но неплохой, хороший. Сейчас как раз Леша развернет тылуху, послушаем, как это и насколько громкий тыл как раз-таки соберет вокруг себя людей. Что он сказал? Так, ну я вот так присяду, я не совсем правильно, я надеюсь, нас простят. Вот так вот, да? Парни в Адидасе, Вася тоже стелятся. Вообще, как восьмерочка-то поживает, тачек? Ну,
Очень хорошо. Я смотрю, она стилечек такой, видочек приобрела, да. Кайфовый. Это после съемок клипа «Хаски» ездил в Москву. То есть теперь и в клипах еще снимаешься? Да. Популярная личность выходит? Ну так, да, вот Инстаграм у меня развивается потихонечку. Сколько сейчас подписчиков? Почти 50? Почти 3000. О, 3000 подписчиков, нормально. В начале сезона... Мне так тяжело сидеть, сори. Вот так приеду. Короче, видок имеет. Она у тебя на статике, да? Она сейчас на лонжероне. Понятно. Ну тут, я смотрю, все практически много кто на лонжеронах, да, приехали. А как вы меритесь? Вот если у тебя тачка лежит на лонжеронах, и еще чувак выезжает, у него тоже на лонжеронах. Карточку подкладываете или банкноту? Как по крыше вы... замет. А, по крыше. Да. Крышу надо резать, получается? Нет, крышу нельзя резать. Только подвеска. Можно пороги спиливать, под дверь ее сажать. Полы поднимать. Вот в Краснодаре был, типа, там вообще лютые были вообще. Без порогов, с рамой вместо пола. Но это жестко. Да, я так да. не хочу. Да, это жестко. Все время кайфово, типа, взять, сесть в такую тачку, и ты просто падаешь на пол. Блин, только у меня там бардак в салоне. Да, отлично. Не, ну кайф. Не, тебе эта тачка вообще идет. О. Человек слушает. Компакт-диск. В машине есть все необходимое. Стойки под багажник, которого не надо. Пожалуйста, круглогубцы, если надо. Пожалуйста, вот. Задняя подушка. Задняя подушка. Все, что надо, тут, в принципе, есть. Вот. Тачка огонь. А бита есть? Не, булика не хватает. Так погоди. Калаш есть, но он едет. Не тут сейчас. Вот. Вибра есть, вот. У тебя там еще балка сзади? Да. Это типа для подсветки? Это типа вместо плафона в салоне. Ты видишь, провода не захотелось прокидывать. Кайф. У тебя здесь как дома, в принципе. Ну да. Полочка там, подсветочка, там какие-то подушечки, шапочка лежит здесь, тряпочка, вибра на всякий случай. Что-нибудь вибрануть. Ну кайф, кайф. Полотенце Лератон, между прочим. Полотенчика. Все есть, брат, все хорошо. Это хорошо. Уважаем. Уважаемо. Сразу видно, уважаемый человек, так сказать, приехал на площадку. Вот, все видно. Баслайн продакшн бай Данка. Уходим на голое тело на дело. И я танцую на рейве среди. Ты дышу по делу. Мальчик скорпион и девочка дева. Ангелы и демон, ламы и пепел. Галы клуб, никотин, дуэмит, галы дым, выходной, весь мир. Тыщи рук, шумный крик, громче звук, ярче свет. Клач клуб, кажется, звучит. We'll be right back.
потихонечку начинаются замеры еще фронтов, у ребят выставлено оборудование, и, соответственно, потихоньку машина сюда подъезжает. Я тут немножко контролирую ситуацию, слежу за правилами, за замерами, вот, все тому подобное. Да просто на самом деле солнце было, я сюда присел, чтобы было комфортно. Вот, а так, что, ждем тачки, сейчас будут подъезжать. Будут громкие чемоданы сегодня, по-моему, да? Должны быть. По крайней мере, я видел один нестоковый чемодан, 12.5.1, где-то там на коляске привезли. Будет интересно его замерить. Вот, а так потихоньку замеряемся. Вот. Да еще. Замеряются, ездят туда-сюда. Мы тут ходим влево-вправо. Вон там сколько народа. А здесь нету никого. Как будто фронтов нет. Че сейчас, тихий час? Официально? Можно поспать? Я пошел спать тогда. Все, гол. Пошли вместе. Все в этот бус. Все, погнали. Здоровчики. Что-нибудь привез? Первое место привез? А, ты уже съездил? Отмерился? Да, все, как класс уже закончен. А, далеко у тебя тачка стоит? Ну, наверное, подойдем к тебе, кстати, покажешь. Короче, приезжаешь, первое место забираешь и уезжаешь, да, так? Ну, если ничего не отъедешь, то да. У меня в Новгороде, да, ты же был в Новгороде? В Новгороде? Нет, там я не гонял. Да-да-да. У меня вот в Новгороде нас отъедешь. Я решил выехать 153, я держал, наверное, 25 секунд. И на последних секундах у меня преды начинают по одному вылетать с квазара. А у тебя, напомню, 153 это с чего? С двух десяток УФО и квазар 18. Две десятки и УФО. Вот так вот. А, да, кто не знает, это наши партнеры. Да, это наши партнеры. Да, снимаем мы тут все. Это видеоблог. Вот. Это наши партнеры из Новгорода, которые тоже занимаются автозвуком профессионально и ставят акустику, и продают акустику. В общем, если будут вопросики по акустике, как вы понимаете, что к кому обращаться. Вот, если в Великом Новгороде, то вот, пожалуйста, можно написать человечку. Я думаю, что со всеми, с кем мы поговорим, ссылочки прикрепим к видосику. Вот. Ну что, я думаю, тебе пожелаю удачи. Я думаю, что там первое место, как обычно. Да. Еще и дезматч будет? Ну ладно, тогда мы еще... Мы вот так вот подойдем, чтобы твои преды остались на месте. Кстати, я видел, там у Dynamic State есть преды специальные. Я их поставил 800. О, все, тогда все будет четко. Ланька, давай, все, удачи. Вон Андрюха подъезжает. О, Андрюха, ну не я, отходи. Присяду проверить, как там будут замеры происходить. Интриганты, блядь, все. Андрюха в каком классе? Тоже вы? Андрюха, экстрим у тебя? Экстрим? Хотя бы не зря. Высшее остекление, экстрим. Все, я скоро буду в классах разбираться и в следующий раз приеду на Старево. Позамеряюсь пару раз. В следующем году. Просто так? Не, ну чисто ради прикола можно, конечно, приехать замериться. Наверное, попробуем потом, ребята, отмериться. Нормально. Короче, самый важный момент, это когда выезжаешь на соревнования, надо, во-первых, чуть-чуть заранее включить музыку, чтобы в самом начале датчик уже уловил пиковые твои значения и варить до талого. Ну, естественно, опытные ребята, которые подъезжают, они уже спирометром мерят температуру динамиков, чтобы не перегружать максимальный динамик и держать его на уровне, чтобы вот было прямо на пределе все. Поэтому пирометр – это важная штука, и включать чуть-чуть пораньше – прям топчик. Тогда будет все в порядке. Вот Андрюх без пирометра прям на глазок, по ходу дела, валит. И чуть-чуть, ну, естественно, переваливает мощу. Ну, ничего сложного, просто вкидываете бюджет в двери, покупаете УСИ и приходите просто в замер. А, Андрюх, не парься, все в порядке. Что там? Что-то катушечка где-то слетела. Да и ладно, нормально это все. Дело житейское. Сейчас еще. Значит, система работает.
Значит, надо просто будет дальше делать красиво и напомню. Ты на эскейт поедешь туда? Нет. Нет. Ну еще ты-то что? Тебе басукой, да, еще дать? Или дал уже? Нет, еще поеду давать. Давай. На все бабки. Вот так вот. Никаких денег не жалко. Только нам жалко. Нам жалко, нам жалко, да. Вань. Надо сюда ближе еще подъезжать, чтобы акустическое оформление вот это работало. Так, что, сцену надо оценивать, да? Достойный результат! Это молодец! Это было... Это самый лучший результат за все этапы. Хоть кто-то солевой в Питере, блядь, сразу видно. Да, вообще 120. Жесть вообще. Ваня! Один динамик отъехал. Я думаю, если бы не было бы немного. Это один динамик, да? Самый высокий реальный. Ну понял, короче. Прям вообще топ. Ладно, тебе расскажи. Доволен? Слушай, да. Ну, планировал примерно, да, ее цифру? Но здесь датчик настроен, во-первых, неправильно, моя цифра другая немного. Если прям вот как оно должно быть, относительно безумия или битвы. Давай подойдем, поправим результат твой. На правильный. Не-не-не. Если без шуток, смотри, я заметил, что на замере у тебя по центру динамик вообще стоял. Так ты задуман или не будем об этом говорить сейчас? По центру ты имеешь в виду динамик? Да. Он на старте сгорел. Я так подумал, что, может быть, это так и запланировано, но по факту мог бы быть результат еще побольше. Конечно. Он на старте отлетел. Короче, в Матизе есть еще задел на следующий год, я так понимаю, что это не максимальный, да, результат, если Матиз останется. Ну да, если останется, да, не максимальный. Да, так, блин, поздравляю. Спасибо. Такие малыши у нас громкие. Ты решил бронедель поддержать, да? Я дырочку заткнул. Все, тут надо как бы особый ритуал провести. Скрутить руль, закрутить педали, снять все сиденья, заткнуть все дырки. Датчик-то на месте. На месте. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Поаплодируем! 163-65! Сними, там еще кулису, видишь, надо на место поставить, чтобы уехать. Что-то там отлетело, по-моему, нет? Что-то там. Панелька вылетела? Все на месте. Что-то там просто такой рез на 2 дБ, вот такой ротис вниз. Я дырочку отпустил, Андрюх. Андрей Андреевич, ну что ж ты так? Ну, в принципе, так и думал. Браво! Тот, который начал автозвук в Санкт-Петербурге, показал класс! Просто ради интереса, да, замерились. В общем, в целом, там 112. Что у нас, 116, да, ребята? Ну, 116. А какой это класс будет, если... У тебя был в моменте 115-114, в моменте было. Ну, я накатом делал вообще, я просто накатом прям пробовал. Не, ну, в целом, я доволен. Пускай будет так, как бы тачка повседневная, мы ничего не пилили, ни к соревнованиям не готовились. Просто давай потестили. Давай басуху. А басуха там мой мерится. Басуху не будем уже. Готов? Погнали. 5, 4, 3, 2, 1.
все нормально, еще в стенах третий, в экстриме второй. Как бы, все четко. Вы спели один, победил, получается. Ты успел два, и успел три. Ну да, получается. И даже в гробах победил. Надо было регистрироваться, да? Ну, давай. Хотел сказать, завтра, в следующем году зарегистрируемся. Да не, басок мне не интересно уже. Давайте повалим еще, ребята просили повалить. Посмотрите видос в Телеграме, мы это не будем на YouTube выкладывать. Было хорошо, скажем так, было хорошо прям. Кайфово было в Волге. Ну что, Дань, начнем. Обзорчик интересный, да? Здесь у нас вот такой прекрасный Ford Focus, значит, с прекрасным обзором, прекрасной стеной. Все для удобства. Вибра, фронтуха. Кайф просто. И здесь вот, чтобы вот точно знать, куда ты едешь, здесь у Олежи сделан целеуказатель и приборы. Если, ну, соответственно, да, это датчики отрыва от земли. Если правильно я понимаю, это датчики отрыва от земли? Конечно. Все, скорость большая набирается. Так, а кроме шуток, давно очень собирались сделать обзор вот на такую классную машинку. Наверное, уже несколько лет этот человечек занимается автозвуком в Питере. И сперва собрал я Фордиса, и тут такой красавчик нарисовался, второй фокус. Рядом поставить, прям честно, уже вид имеет. Безусловно. И даже безусловно. Я, вот отходя вот так вот, вот подальше, все-таки по виду бы отдал предпочтение твоему, потому да что... Да нет, твою получше. Но капотик красивый. Бампер, о котором я тоже думал долго, но все-таки не поставил, немножко так классики добавил. Ну, на самом деле, весь свой путь автозвука я начал из-за тебя. Ну, так бывает, но это на самом деле хорошо, когда люди... Я вдохновлялся, на самом деле, тобой. Причем мы еще делимся, да, своим опытом, рассказываем друг другу, что как можно сделать лучше. Олеж тоже много очень... прям узнал в автозвуке уже, и что-то я могу у него спросить, что-то может он у меня спросить. Там как раз таки чемоданчики ходящие вот не дают нам видос записать. Да, конечно. Очень громкие чемоданы нынче пошли. Боюсь представить, если начнутся конкурсы, громкие эти барсетки. Да. Громкие, да, рюкзаки. Да. Громкий рюкзак, громкие, блин, чемоданы. Что вообще начнется? Все это уже есть. Так, ну чего, предлагаю вообще, атака должно быть с головой у того правого? Да, он всегда это. Все нормально, да? Все под контролем. Он это самое, как его, он всегда на стероидах. Просто хотелось бы, да, понять. Давай ты расскажешь вкратце вообще, к чему пришел. От чего начинал? Прям не всю историю, но что сейчас в твоей машине происходит? Что, ну, на самом деле, я могу вкратце просто рассказать, что начал я собирать, как говорится, как все люди. Да. Сначала была одна двенашка, потом одна пятнашка, потом две двенашки подумал сделать. Смотрел также Рому Приходько, наших ближних ребят. Форд-фокусную тусовку, движ весь. Вот. Мне понравилось две двенахи, а потом постепенно раз посмотрел, как у тебя стена играет. Подумал, надо все-таки пилить стену.
Ну и так как мне больше всего понравилось твое оформление на брусах, сделанное из бруса, я решил, думаю, БП-6 запилить, чтобы оно ветрило именно вот просто вот ветер. Вот просто почему мне нравится, ну, эффект и, соответственно, волосы, все дела. Вот. Да, кстати, давайте про баньку много еще говорили. Гум еще тогда рассказывал в обзоре на Форда про эту баньку. Я сегодня много раз рассказал. Короче, у меня был челлендж. Я за зиму запилил на брусе, на деревяшках, на фанере стену в тачке. Эту идею мне подкинул один мой товарищ, чех с Новочека. Привет ему. Который пока менял там свои под предлогом трубки в моторе, что-то там шланги какие-то у него прохудились, заехал в гараж, выехал уже со стеной. Я думаю, да, а что, я тоже не смогу. И вот, и тогда мы запилили вот эту баньку. Все-таки я, наверное, ссылочку прикреплю, это было очень давно. Мы обязательно под видео можете пройти и посмотреть, как это было давно и как это было угарно вообще пилить в гараже. Я бы сейчас в это было, не вписался, но тогда просто до талого. Зимой с печкой, с газовой, пилили стену, все было по лучшим традициям. И также и я тоже за три. Весной, по началу сезона запилил стену, изначально это было 4 пятнахи, но, соответственно, ну, увы, оно не очень, так сказать, повалило, и я решил сделать, вот, ссылаясь, так сказать, на твой предыдущий опыт, по 2 восемнахи, вот. А так я давненько тоже в автозвуке, и большую часть люблю на SQL но исполнение. У тебя тачка вот. Очень круто играет. Я думаю, что мы еще включим, позаписываем звук, просто какой-нибудь подберешь трещик, там, который кайфово у тебя играет. Да. Олеж как раз участвовал в SQL, и я думаю, что это конек этой тачки. Она не просто громко играет, она играет качественно. То есть, ну, это мне нравилось всегда. Я, конечно, тоже к этому когда-то приду, возможно, но, может быть, там... По-любому будет. Сделаем так, чтобы будет красиво. Но хочется, да, хочется красиво, такого вот объемного звучания. Че, пойдем подснимем кайфовый фронт, да? Пошли. В общем и целом у меня стоит два усилителя Russian Bass 2.1700 на шестнари этот самый, в 4 Ома. И в 2.66 у меня подключены двадцаточки, соответственно. Пищалки тоже в 4 Ома все подключены. Двадцатки какое сопротивление? 2.66. 2.66. Да, 2.66 сопротивление, поканально. Каждая дверька у меня. Все на компонентах Russian Bass. Миды 20-е М200ST стоят. Далее 16-й динамики, они Кузькина мать, так называемая. Оттуда у меня и наклеечка «Уши в море». Почему? Потому что, ну, когда Миша М видит такую историю, он обычно говорит, как «Уши выброшу в море, там их найду где-нибудь». Вот, вот это вот его очень, так сказать, значимая, интересная фича, и мы решили, как это применить. Вот. И как и качественно оно играет, так и очень громко можно настроить, можно сделать, и это будет очень сумасшедшая штука. Слушай, ну очень интересно. Результатов по SQL пока не было? Результатов, да, по SQL пока не было, но ждем. Ждем самая долгая дисциплина SQL, потому что там слушают не один трек, не два трека, а 5 композиций. Они на полный спектр частот рассчитаны. И люди, как бы, там не один судья, как вот, допустим, на Бабасе, на Фронте, а там целых 3 человека в судейской коллегии сидит, и они решают общими. Слушай, как вот говорится. А сколько ты вот катаешься с этим фронтом? Уже 2-й год, да, получается? Третий год. Я вот именно обратно его поставил. Я переходил на более, ну, низкие карты, где были 4 пары двадцаток, 4 пары шестнарей и 2 D3DK рупорных твиттера. А не было такого, что вот, ну его это качество, хочу, чтобы орало? Да. Был такое? Конечно. Конечно, это просыпается тогда, когда ты выезжаешь на замеры. Вот когда вот там вот эти вот ребята выезжают, да, которые по 120, были, вот это вот. Да, Матизы, там, ага. И так далее, все, ага. Да. Они выезжают, да, хочется
там, блин, как и конкуренцию, и как, чтобы было интересно людям, которые, ну, видят это все, что конкуренция есть в Санкт-Петербурге, что это все развивается, что это все растет. Я же по большей части для этого только езжу, я не... Ну, условно, для себя я уже, ну, переступил эту грань, когда я для себя строился. Сейчас это больше для людей, я где-то там с кем-то соревнуюсь, с кем-то там вот этот вот, чтобы было интересно приезжать на соревнования, чтобы не было такого, что ты приехал... Проконтролировать судей. Да. И это тоже... Все, чтобы, а то вдруг там что-то конечно, куда-то. Безусловно. Безусловно, ты приезжаешь и видишь уже, где косяки, где-то подправишь кого-то, где-то что-то кому-то... А-а-а. Ну, это же, ну, не сразу же понимаешь, с годами это все приходит. Ох уж эти гонщики. Че, давай, короче, я предлагаю снять салон. Мне кажется, в салоне прям очень интересно. Два 18-х Бастеда стоит. На них пока что временно усилитель Девбон с атом 12,5К. Стоял 30-й Квазар. Будет дальше стоять. А здесь панелька у меня под каждый усилитель на самом деле, так скажем, чтобы я мог контролировать каждый вольтметры под каждый усилитель. Оно выведено на двадцатке, на шестнари, на пищалке и на бас отдельно. Человек приезжает, не только судьи контролируют, но самое главное, чтобы каждый усилитель контролировался. На каждый усилитель своя кнопка. Да, обязательно. Но у тебя это СТ, Focus ST, максимальная комплектация, я же правильно понимаю. Безусловно, Автозвук плюс, да. Там просто, там маленькая вот у этих, которая с улиткой ездит, а у тебя... А у меня максимально... Пацанская... Да, по максимальному сделано. Так сказать, свои усилители внизу там у меня. Вот посмотри, Андрюха, они у меня просто небольшие, в небольшом этом... хаосе. О, видишь, у меня хаос небольшой творится внутри. Поэтому, ну, подснимать с одной стороны можно, с другой стороны... Это, конечно, прикольно все. Ну, пацанская тема, что, типа, ну, такое перед соревнованиями быстро-быстро надо, и как бы... А как это все спрятать? Ага, за сиденье кинул, все, кинул, и по-быстрому побежали. Так, а что, ты думаешь, у тебя там что-то не так? У меня сзади подойдешь, у меня там, знаешь, сколько этих змеиных свадьб? Не оставили места вообще в багажнике. Максимум, что туда можно положить, это один усилитель. И то, если его положить, это нужно герметизировать полностью багажное отделение, потому что там почему-то постоянно у меня все течет. А багажник открыть можно? Откуда? Или... Ну, блин, можно, конечно, там... Ага. Это эти, как его? Шурик. Да. Всегда с собой беру. А, у тебя не совсем тут банька получается, да? Да, это не совсем банька, это мы... ну, я же тебе говорил, что больше мы, как его называют, твоей банькой, как говорится, но... со своими, как его, профиль надо все усилить, в кузов варить. У меня полностью это все вварено в кузов, вся стена. То есть, если ко мне кто-то пролетит, то не советую, Не советую прилетать. Да, машина человека просто ужас. Ну, у меня получается, вот она вот до этого расстояния идет, и здесь уже стоит титанат. Да. Здесь у тебя осталось место как раз-таки туда завести усилители. Да. Да, то есть без проблем. То если загерметизировать, которое... да, я согласен. То место, которое я использую как раз под ополики, у меня туда ополики зашли, ты можешь, в принципе, попробовать и туда... Мы в следующем сезоне будем, да, усиливать и, соответственно, попробуем загерметизировать, все-таки решить этот момент. Почему? Потому что я хочу в следующем сезоне перейти уже на поставить сначала третий бастет, посмотреть, как будет играть. Если третий, ну, потому что квазар у меня 30-й, вот, если все-таки заиграет хорошо, я, наверное, все-таки еще и четвертый возьму. Вот, и оттуда будем уже и результат делать, и конкуренцию составлять людям. Это так же интереснее. Ну, и фронт тоже там чуть-чуть, да? Под шаманем. Фронт будет интересный. Фронт будет интересный. Закроется так? Закроется. Все, закрылся. Вот, фронт будет интересный. Мы на следующий сезон интересное придумаем. Не, прям... ну кайф. И десочки красивые, прям. У тебя 19-й тоже, как у меня. 18-й. 18-й. Да. Ну, выглядит... Выглядит, да, что-то как-то, ну, прилично. Широко, то да? Есть, да, за счет хромированной полки прям выглядит. Спасибо. Выглядит хорошо. Давай про цифры поговорим. Про цифры? Да.
Цифры в прошлом году, давай даже прошлогодние цифры. На фронт, что у тебя получалось по циферкам? Так, давай вспомним. По цифрам, смотря, ну тут тоже надо исходить из того, что смотря какой этап соревнований. По фронту. По какому, по какой программе замеряются. У меня по разным программам разные результаты. Соответственно, в этом году на предыдущих этапах, которые проходили Кубка Севера, у меня результаты были 115-116. Ну, именно на наших соревнованиях, на питерских. Вот. Выезжал я в Череповец на соревнования. Там было по РБРу, у меня было 138, по-моему, или 130. Или 137. 137 с копейками там было. Офигеть. Вот. Но это. Но они мерят широкую полку, среднее во всем спектре, а у тебя низа. Верха, у меня больше низов, да, да, да. Драйвера, да, стоят. То есть, ну, как бы получается, что. В совокупе, да, интересно. Заходишь. Вот. По басухе с квазаром, с 30-м, с 2-18, у меня на 23. Квазар. На секундочку. Да, на 23 герцах у меня 155. Это официальный результат. Неофициальный результат на 28 герцах у меня 158,4. И я спалил, как говорится, выходы. Квазу, да. О, да, да, да. Вот хотел сюда привести результат 160 на финал, чтобы было интересно, пободаться тоже можно было. Mm-hmm. Я его нашел, но, увы, ах. И причем я ищу результат не этот самый, не на верхах, как все привыкли, боевые короба делать, боевые, да, 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 оформления, боевые результаты. Нет, у меня низ очень мягко играющий, ты его не ощущаешь, кроме того, как ушами, ну, условно, но как будто закладывает. Но я в Волге сегодня вот помер, например, уже. Это ужас. Я вообще уже там, в принципе, ты красиво. Не сидел там внутри? Я сидел, это очень больно. Больно, да, да. Больно. Да. Я помню тогда еще у Лёхи, когда она была. Когда у Дерюгина, да, фиолетовая, да, она была. Мне там было плоховато, на пассажирском, ой, на водительском, а я сейчас на пассажирском сел, там вообще. Нет, люди, которые у Дерюгина сидели на пассажирском, блин, те люди вот секунду включали, все, сразу же это, уходили в защиту люди, вот. А так, но вот, поэтому я и говорю, что я за то, чтобы качественно сидеть, качественно прослушивать музыку, и я считаю, что, блин, лучше бы в качество собираться, чем, ну, мое мнение. Согласен. Ну, это потом со временем приходит. Да. Сперва хочется не на себя, а на улицу, да, а потом уже на результат, да, а потом уже это начинается, типа, тебе, ты послушал громко, тебе уже хочется покачественнее, хочешь так, 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 да, уже, да, изощрения начинаются там другие совершенно. Да и сам взрослеешь, собственно. Че, спасибо тебе огромное. Я тебе могу пожелать успехов в твоей карьере. Ты, спасибо, уже, в принципе, вырос как, скажем так, спортсмен. У тебя уже собранный проект, который, ну, осталось отполировать, немножко дотачивать. И, в принципе, у тебя уже есть все, есть база, с которой можно работать. Безусловно. Будет, да, кайф, соберешься и что-нибудь там нового запилишь. И обязательно вернемся на обзор, на полноценный, да, я приеду. Приедешь, подкинешь проблем еще пацанам со своими цифрами. Вот. Безусловно. Потому что в прошлом году, я помню, приезжал, и у меня тогда как раз интерес появился. Я тогда как раз начал и динамики палить, и думаю, искать рез. Слава богу, в этом году не так. Вот. И что, успех у тебя действительно тогда получается. А в прошлом году мы с тобой тогда бодались, у меня было на 1 дБ побольше, я помню. Или позапрошлом году это, да, было. Да, да, когда было еще Дегермака карты вот эти, у него были на Брайт Соло 10. Помнишь? И, да, 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 да. Было дело. Вот, было. Мы с Дегермаком бодались тогда. Было. Вот. А для наших подписчиков я напоминаю, что если вы, опять же, собираетесь собирать, да, пускай будет так, проект по автозвуку, вы можете обратиться в наш магазин. Мы поможем. Если этот проект будет реально стоящий, у вас есть желание развиваться в этой сфере, мы поможем как и приобрести оборудование, так и подсказать в каких-то аспектах и поделиться опытом. Ну и также установить. Ну и найдем, где установить, да, в любом случае. Правильно. Не обязательно у нас, но у нас город небольшой, друзей много, поэтому мы точно решим ваши задачи. Ну что, а теперь давайте послушаем этого Форда.
Сейчас Олежек навалит немножечко саунда. Это еще раз напомню, что это не на громкость прям максимальную, это просто хорошо играющий фронт, правильно играющий, в котором есть практически весь спектр частот, и он играет реально приятно, объемно и чисто. Друзья, мы сегодня поприсутствовали на этом замечательном, великолепном мероприятии. Это у нас был... сейчас опять начну троить на 7 минут. Так, ну что, друзья, вот мы и финалимся. Закончили соревнования Кубок Севера, и это было реально круто. Приехало очень много машин. Мы постарались поснимать обзоры на некоторые автомобили, на которые в прошлый раз мы не снимали обзоры, и считаем их действительно интересными. Это такой фордец, мы поснимали на касатку малого. Также пишите в комментариях, какие бы вы хотели посмотреть обзоры на какие автомобили. Наверняка, может быть, что-то снимал ГУМ, и мы что-то выпускаем. Обязательно у нас времени, в принципе, достаточно, чтобы и пообщаться с ребятами, и поснимать эти обзоры. Поэтому, если вам интересно, пишите в комментариях, что бы вы хотели еще посмотреть. И у Дани заканчивается флешка. Если успеем, снимем награждение. Всем пока! Сигареты — это все, что нам осталось. Души